Ты на мормышку, да, сразу будешь? Да, да, да. И я, наверное. Ну, ты тогда лови на мормышку. Я с балансира тогда начну. Давай. Может, где-то активного найду. А там уже посмотрим, кого раньше клевать начнет. Там переключимся. Либо сносит так, либо я не могу нащупать дно вообще. Не клюет здесь. Двигаемся дальше. Искать рыбу. Пробуем новое место. Ах, сошел. Есть балансирчик. Опа. Ах, сошел. Хороший был. А как ты без кивка? Не, все. О, зачетненький. Если что, у меня есть еще балансир.
Оп. Подперла. Как взял-то хорошо. О, еще думаешь? Да. А какая удочка была? Да любая. Главное, чтобы тебе кивок был вот никак на мормышку. Не лосановый. Могу дать кивок. Вот смотри, видишь, чтобы он хоть отыгрывал немножко. А чё, как вязать? Просто за верхнюю цепляешь и все. А чё, одна еще и карабин? Можешь так привязать, не обязательно карабин. Я прошу тебе. Ну, ладно. Все, вот смотри. Давай, короче, вот опустил ее до дна, смотри. Угу. Вот, дно нащупал, все, вот оно дно. Поднял от дна, ну, сантиметров на 5. Угу. Подброс, пауза. 2-3 секунды. Подброс, пауза. Можешь несколько раз подбросить, угу. Сделать паузу. На паузе берет. Ах, и сошел. Блин, хороший был, так приятно тянуть было. Оп. Ага, есть. О, хороший. Смотри, Андрюх. Это нормальный размерчик. Уже приятно. Есть. О, кабан! Вот это круто! Стой ты! Вот это хороший! Такого на сковородку можно? Кровки закончились, надо, наверное, подвигаться. Думаю, может дать правее. Сорожка?
А, на мормышку. Думаю, что так идет, а он забагрился. На червя, на опарыша? На червя, на стоячку. Я пока за коробом ходил. А-а-а.